Унитарному предприятию «Гефест-Техника-10» по историческим меркам срок небольшой, однако за это время организация сумела завоевать доверие потребителей как в Беларуси, так и за ее пределами. Ежегодный выпуск стационарных газовых плит составляет 900 тысяч единиц. Около 80% производимой продукции по торговой марке «Гефест» идет на экспорт. Многие достижения предприятия связаны с такими именами, как Анатолий Морозов, Виктор Кузьминчук, а также Михаил Иоффе. Именно благодаря этому человеку началась история успеха «Гефеста». Именно с его подачи вот были созданы свободное экономическое предприятие «Гефест-техника», «Гефест-кварц» первое, и следующее было «Гефест-техника». Значит, мы не только создали новое предприятие, но мы и возродили неэффективно используемые площади Брест-Маша. Сегодня это совершенно другой уровень. И изначально на этом предприятии были подобраны хорошие кадры. Вот строил предприятие нынешний директор газаппарата Анатолий Васильевич Морозов. Соответственно, это группа специалистов, которая, может, сегодня уже занимает высокие должности на самом газоаппарате, они начинали с этого предприятия. На праздничном мероприятии заслуженные специалисты, плодотворно трудившиеся на благо «Гефест-техники», были награждены почетными грамотами. Также в адрес бывших руководителей, директора, а также тружеников предприятия от администрации области прозвучали поздравления с юбилеем. Рад вашему маленькому юбилею. Очень рад, что ваше предприятие называют дочкой, этой дочке 10 лет. И то, что сейчас чуть-чуть есть небольшие проблемы, знаете, это как корь у ребенка 10-летнего. Переболеешь, а потом иммунитет на всю жизнь. Поэтому я уверен, что у вас все хорошо. У вас замечательное будущее. И будет и 20, 30, 40, 50 лет. Удачи вам, здоровья. Так держать. Обычно даже и не принято праздновать такие вот юбилеи. Но это предприятие, оно особую роль имеет в нашей области. Наиболее перспективное, наиболее модернизированное предприятие. С высоким уровнем заработной платы, с высокой долей экспорта. Я думаю, если бы у нас было таких предприятий побольше, то и ситуация в области могла бы быть значительно лучше, чем она есть. Сегодня «Гефест-техника» входит в состав ООО «Брестгазаппарат» и благодаря качественному труду специалистов достойно дополняет и укрепляет лидерские позиции холдинга на постсоветском пространстве. На сегодняшний день главным решающим фактором производства является человек, а именно его знания. Нас много, мы разные, со своими амбициями, со своими взглядами. Наверное, самое главное, это и есть, и создает нас, объединяет единую команду. Поэтому я считаю, что главным достижением прошедшего десятилетия является то, что мы сумели создать коллектив единомышленников, нацеленный на воплощение поставленных перед нами задач. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.